Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Я приняла душ, мы после моря, в общем, начинаю новый влог. Подзагорели конкретно, у нас еще один день обещают хорошей погоды. Реснички мои просто супер-пупер себя чувствуют. Я обязательно в конце месяца повторю этот процесс у моей же Аленочки. Вот, прибралась чуть-чуть в комнате. Искупалась. Денька с бабушкой играет. Все, пойду пить чай со своими родными. Будем готовиться. Надо поднакупить и памперсы, и все-все-все. Закончилось. Вот. Такой балкон красивый у нас. Ой, виды такие классные вообще, конечно, тут. Горы. Горы, горы, а за ними, ними Армения моя. Ой, здесь не покажу, наверное. В общем, если увидели, сейчас они дымкой заполонились. Сегодня у нас бушует волны. Закусает? Я взяла кукурузку. Нет, не пойдем. 100 рублей кукурузка на пляжу. Тут налетели чайки на кукурузу. И даже дерутся еще между собой. Деня, ну подожди, я снимаю. Гули, видишь, Деня, гулечки? Мои крошки. На море, как я говорила, бушуют волны, и в общем мы кайфуем на бережку. Меня уже накрыло пару раз. Бабуля с внуками тут. Внука уложила спать одного с другим. Другой просто не дает ей выйти. Они тусуются на волнах. Ну а я загораю и кайфую. Сегодня, по-моему, последний день. Хороший погода. Пришли мы, искупались, кушаем. Офигенские такие колбаски, просто я сначала такая, не буду, а потом откусила и думаю, вау, ням-ням-ням. Колбаски, короче, жареные, сами жарили. Гуляем последний день, завтра домой летаем, тут так красиво. Так мне нравится вот этот вот маяк и луна. Фиска хочу. Красиво, живая. Это как статуя. Вообще. Кайф. Ну что, вот мы и снова в аэропорту. Да, у меня резкие переходы. Только набережная, все хорошо, и тут же аэропорт уже, да? Ну вот так вот. В принципе, все показала, что я видела, да. Потому что больше к родственникам приезжала, чем на красоты с ребенком. Тяжеловато. Вот. Так что пока у кого еще нет детей, отдыхайте, потому что потом
не до отдыха. Все за ребеночком бегать. Да, Денька мой? Мы немножко подпростываем, как всегда. Малышня у меня кашляет. У меня горло болит уже 3 дня. Но оно как утром начинает болеть, а вечерком сходит. Но я ничего, никаких лекарств, только чай с лимоном, с медом. Вот. Булочку взяла сейчас. В общем, 1,5 часа еще до нашего рейса. Я уже зашла, прошла регистрацию, все дела. В общем-то, я люблю тусоваться в аэропорту. Сейчас я попью чай и покажу вам, что мы видим. Кстати, а что? Такой совершенно небольшой аэропорт. Вот он весь. Вот такой вот маленький, и все. И тут выходы вот. А, нет, ну еще другие выходы есть. Здесь вот от 1 до 4 выходы, да. А есть еще другие, есть еще зал. Ну, маленький все равно. Никаких особых магазинчиков. Вот я люблю Duty Free. Когда едешь, блин, за границу, вот там разгуляй душа. Все, сына, все, давай. Попили чай, поели. Дэнни опять встает с коляски. В общем, встали у окна. Нам осталось 45 минут. И посадка уже закончится. Так что гуляем, ходим. Тут детей очень много. Всяких разноцветных, с косичками красивых. Да? Окошко опять. И в прошлый раз я садилась все время на проходе, сама себе выбирала. Но оказывается, у окошка поприкольнее с ребенком. Ой, ты хочешь смотреть? Да. У нас там очистим находится туалетная комната, там же коленальный столик, что-то понадобится, пожалуйста. Ага, спасибо. Короче, у окошка ему интереснее, он смотрит туда. Нет, нет. Дэнь, давай, что ты умеешь делать? Что ты научился делать? Вот так. А обратно закрывай. Закрывай. Раз. Все. Ну давай, как ты открывал? Вот. Молодец. Дождь за бортом. Все, мои хорошие, мы дома. Я первым же делом заказала себе суши. Ну, на самом деле, не первым делом, что я подзагорела тогда, а под глазом белое. Ну, ничего, сойдется краснота, я думаю, сравняется все. Не первым делом, конечно, первым делом я пропылесосила и накормила малыша. Потом уже занялась собой. Так что сейчас я покушаю, и мы ляжем спать. Не, не ляжем спать. Сейчас буду монтировать видео. В общем, заниматься еще делами. Надо малыша уложить. Надо его искупать, потому что вода нагревается у меня. Я жду, пока она нагреется, чтобы его искупать. Все, Дэнь, давай мама покушает, то голодная злая. Представляете, крошки мои, сегодня столько всего интересного происходило. Я как назло камеру забыла. Я вот только домой приходила, видео снимала. Стрелки намалевала, блин. Там не получалось что-то, поэтому они такие жирные получились. Ну, вы увидите это в бьюти-боксе коробочки мне пришла, и я ее буду показывать вам скоро. Вот, и сейчас я еду за малым, и вот взяла камеру. Уже попрощаться надо с вами. Ой, примерила вот я. У меня сейчас вообще новая помада матовая, которую я в восторге. Я в инстаграме о ней расскажу. Сережки свои примерила, такие длинные. Костюм одела первый раз новый. Лак у меня новый, тоже из бьюти-боксика, увидите. Короче, так, о, все, поехали. Пришли домой. Сыну искупали. Зашла в магазин, блин, набрала столько всего, сердечки и печень. То, что я люблю и так редко готовлю. Печень убрала в морозилку пока, а сердечки решила сделать. В общем, как всегда, экспериментирую. Набросала в мультиварку. Хотела сначала потушить сердечки. Бросила, не знаю, 0,5 килограмма там, наверное. Бросила их все. Потом думаю, не, надо сразу с картошкой, чтобы картошку отдельно не варить. Порезала картошку туда, думаю, как соус сделаю. Потом думаю, что еще есть, что можно так кинуть?
Ну и кинула еще болгарский перец, приправки там, лук, этот, морковка. Ну все, и поставила на 40 минут тушиться. Петрушки. Не думаю, вкусно получится. Ну и деньги можно завтра перемолоть и пусть поест. Сердечки он еще не ел. Ой, а я так люблю сердечки куриные. Ладно, пойду проводить прямой эфир. Уже его так давно не проводила. Интересно, что девчонки скажут, расскажут. В общем, соскучились, наверное. Вот. Я думаю, что пора заканчивать влог, на самом деле. Вроде я ничего не хотела сказать такого. Начнем уже новый. Завтра буду целый день дома убираться и, в общем-то, развлекаться с малышом. Все. Вас целую, люблю. И до следующего видео. Прощаюсь. Пока. Денечка. Деня. Провода не трогай, я тебя прошу. Иди сюда. Иди к маме. Иди к маме. Иди скорее поцелуй маму. Иди. Иди. Кысь, 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 кысь. Кысь, кысь, кысь. Кысь, кысь, кысь. Мой, мой, тюк.